подвести некоторые итоги и посмотреть, чем был примечателен этот год. Буквально в мае у всех лидеров и консультантов Iberlic появилась абсолютно бесплатная возможность открыть собственный интернет-магазин. Несмотря на то, что это произошло совсем недавно, таких интернет-магазинов у нас уже с вами больше 14 тысяч. В этом году мы продолжали знакомить жителей наших городов, знакомить с компанией Iberlic, говорить о том, что мы рядом. И вот за этот год уже более 10 тысяч населенных пунктов увидели вас. Мы продолжали серию онлайн-тренингов, сделали единую систему обучения, но не будем останавливаться на достигнутом, будем, конечно, продолжать работать в этом направлении. И в течение уже ближайшего полугода вы сможете познакомиться с онлайн-тренингами по продукции и по маркетинг-плану. В этом году стартовала возможность единого оформления агентских пунктов. Теперь каждый держатель агентского пункта за абсолютно разумные деньги может свой офис оформить в таком вот едином стиле. Ну и, конечно, все вы познакомились с акциями нашими для рекрутеров, которые мы в этом году продолжали делать. Это акции и с постельным бельем. Вот сейчас будет заканчиваться с халатом и полотенцами. Будем продолжать это делать и дальше. Но вот за этот год более 10 тысяч человек уже свои призы получили. Это, конечно, далеко не все новости, но вот так вот тезисно, наверное, мы по ним пройдемся. А сейчас я предлагаю перейти, наверное, более интересной цифрой. Это, наверное, то, что в большей степени каждого из здесь сидящих волнует, да? Мы посмотрели статистику и увидели очень интересную цифру, что за последние 11 периодов средний чек, то есть средний доход консультанта и лидера вырос на 39%. Это же здорово! Ну а теперь, дорогие мои миллиардеры, я готов вам объявить сумму, которую вы заработали за этот год все вместе. Готовы? Да. Это 2,7 миллиарда рублей. Наверное, тяжело эту цифру воспринимать. Какая она? Большая, небольшая? Не поленился, залез в интернет. Такой интересный факт, что эта цифра сопоставима с двумя годовыми бюджетами Зимбабве. Ну и, конечно, цифры, на которые мы с вами всегда продолжаем опираться, смотрим по ним, определяем, как растем мы на фоне наших партнеров по индустрии. Ситуации у всех разные, но по нашей с вами любимой компании эту цифру точно можно озвучить. Прирост за первые 11 периодов компании Iberlic составил более 50%. Это очень хорошая цифра. Наверное, даже без ложной скромности можно сказать, что я не знаю сейчас вот среди ассоциации прямых продаж те компании, которые растут в таком объеме. И это, конечно, ваша заслуга в первую очередь. Вы молодцы. Конечно, мы с вами понимаем, что прирост объема продаж состоит как из наших консультантов, так и из тех новичков, которые к нам приходят. Эту цифру мы тоже смотрим. Более того, мы стараемся смотреть еще на эту цифру в разрезе мировой индустрии. По данным мировой ассоциации прямых продаж, количество новых консультантов за этот год по миру в индустрии выросло на 3,4%. Наверное, это не очень большая цифра, да? Тем более, что в компании Iberlic за этот же период количество новичков приросло на 85%. Мне кажется, это очень хороший знак. И очень интересная такая арифметика получается. Если переводить эти цифры во время, это действительно такой бизнес космических скоростей. Это 1900 новых консультантов у нас с вами появляется в день или 80 новых консультантов в час. Если идти еще дальше и переводить это в минуты, то, наверное,
Вот за время моего выступления и общения с вами, ну, как минимум 10 новых консультантов у нас с вами в компании появилось. Как и обещал, будем продолжать делать программы для рекрутеров. И сейчас я готов вас познакомить с программой для рекрутеров на четвертый квартал. Правила в ней вам, наверное, в большинстве знакомы. На первом этапе необходимо делать 50 баллов личного объема в течение 5 периодов, возможно, суммарно. На втором шаге у нас с вами произошли небольшие изменения. Необходимо привести за это же время 8 новых консультантов, которые пройдут второй шаг стартовой программы. И третий этап, он, наверное, такой самый приятный, это получить заслуженный свой подарок. Вы помните постельное белье, наше последнее, которое мы делали в акции для рекрутеров? Да. Да? Вот мы постарались продолжить эту серию, такую Faberlic Dawn, для уюта, для быта. И все победители этой акции получат уже во втором периоде вот такое замечательное покрывало с двумя декоративными подушками. И у всех, кто участвовал в предыдущих акциях, будет шанс собрать полный такой комплект. Мир не стоит на месте, новые технологии стремительно врываются в наше настоящее. Поднимите, пожалуйста, руки, кто пользуется мобильным приложением Faberlic? Отлично. У меня для вас хорошие новости. Во-первых, на сегодняшний день уже более 30 тысяч человек скачали обновленную версию мобильного приложения. Я сейчас не буду рассказывать про все новые функции, оставлю некоторую интригу, но про две таких, наверное, самых интересных расскажу. Во-первых, появилась возможность в новой версии, возможность регистрации новых консультантов. Просто раньше этой вещи не было, сейчас это все удобно, это можно делать даже здесь, в горах. Вот такая вот замечательная возможность у нас с вами появляется. И вторая возможность, у нас появилась геолокация в нашем мобильном приложении. Что это значит? Это значит то, что незарегистрированные консультанты, то есть клиенты, могут видеть на карте в режиме онлайн ближайшего консультанта, а зарегистрированные консультанты могут видеть в режиме онлайн на карте агентские пункты и выбирать себе географически наиболее приемлемый. Рано переключил один слайд. Интриги не получится. Все вы знаете, что у нас есть накопительная программа в компании. Мы посмотрели статистику, поняли, что, к сожалению, далеко не всем она интересна. И решили сделать для вас приятный сюрприз. Встречайте, новая накопительная программа Faberlic Club. Давайте посмотрим, что же в ней нового, что же в ней интересного. Во-первых, это огромный ассортимент призов, просто огромный, в котором вы сможете получить подарки при накоплении уже от 15 баллов. Если помните, от скольки сейчас? Отлично. Кроме всем вам уже знакомых продуктов, тоже хорошая дополнительная новость, в этом же каталоге будут и новинки. Конечно, эта программа позволит увеличить вам и активность вашей структуры. Я думаю, что уверен, что она увеличит количество и регулярность покупок ваших клиентов. Но, как говорится, и это еще не все. Для самых усердных, для самых успешных мы приготовили еще в этом каталоге подарков эксклюзивные призы от компании Faberlic. Это брендированные продукты, включая бизнес-аксессуары, которых вы не встретите на страницах каталога. Класс. Мы постоянно будем менять, улучшать и расширять ассортимент призов. А для того, чтобы вам было комфортно и уютно, удобно его выбирать, мы создали вот такой вот онлайн-каталог. Это будет отдельный онлайн-каталог, на котором достаточно интуитивно понятно можно выбрать заслуженный себе приз. Класс. В прошлом году мы изменили
улучшили стартовую программу, поддержали ее листовками, поддержали ее смс-оповещением, но решили не останавливаться на достигнутом и внести хорошие дополнительные коррективы. Итак, новая стартовая программа. Первый шаг, она начинает действовать у нас с 15-го периода 2015 года уже. Первый шаг, мы будем стараться продолжать радовать вас новыми, интересными, хорошими подарками для новичков. На втором шаге он у нас остается практически без изменений. Это такая уже визитная карточка, с которой все знакомы. На третьем шаге два продукта из серии косметики для дома, полной емкостью, килограмм порошка и пятный выводитель. На четвертом шаге уже полюбившаяся вам линейка Airstream. На пятом шаге линейка из пяти продуктов декоративной косметики Skyline. На шестом шаге целых пять продуктов из серии косметики для дома. Здорово! Седьмой шаг. Профессиональная линейка уходной косметики «Эксперт». И на восьмом шаге уже тоже всем вам полюбившаяся «Секрет истории». Вот такие вот новые продукты. Но мы решили на этом не останавливаться. Подумали, что цифра 8 – это, конечно, хорошая цифра. Но цифра 9 – это, наверное, еще лучшая цифра. Решили добавить девятый шаг. На девятом шаге у вас у всех будет возможность выбрать парфюмированную воду мужскую и женскую, и точно так же выбрать любой из парфюмированных гелей для душа. Любой на выбор. Четыре продукта. Конечно, это позволит сделать ваших новичков более активными, как минимум еще на один период. Выгода, да, выгода по всем наборам, которые указаны здесь, до 92%. Есть какие-то предположения, что бы это значило? Мы обсуждали это с некоторыми лидерами. Новая стартовая программа и все шаги новой стартовой программы теперь фиксированы в рублях. Соответственно, все страны, которые здесь присутствуют, все эти шаги будут зафиксированы в вашей местной валюте. Давайте посмотрим, как это у нас теперь выглядит. При оплате заказа на 1900 рублей набор продуктов, которые я только что показывал, вы приобретаете за, ваши новички приобретают за 299 рублей. При заказе на 3900 рублей набор обходится всего 99 рублей. Вот такие вот изменения. Скажите, вы любите подарки? А вы все помните, что у нас есть журнал «Страна Фаберлик»? Да! Итак, я спешу вам представить новый выпуск журнала «Страна Фаберлик» «Старт». Это журнал, который выпущен специально для новичков, в котором есть все абсолютно наши интересные программы, там есть информация про продукты, ну и еще много интересной информации про компанию. Этот журнал мы планируем выпускать один раз в 3 месяца. И буквально неделю назад, практически вот держал в руках еще теплый номер, у нас вышел новый выпуск журнала «Страна Фаберлик Бизнес» для вас, для лидеров. В этом выпуске есть все интересное, но также в нем есть то, о чем вы так давно просили. В этом выпуске есть печатный маркетинг-план. И оба эти выпуска вы первые из сети Фаберлик получите на выходе в подарок. Ну и, конечно, не могу не вспомнить про лидеров. Ни для кого не секрет, что уже буквально через месяц у нас с вами пройдет поездка для новых драгоценных директоров в Китай.
А сегодня, прямо сейчас, у нас с вами есть уникальная возможность выбрать страну для поездки в 2016 году. А для того, чтобы вам было легче это сделать, перед тем, как мы начнем голосовать, внимание на экран.